действительно очень непросто было сдвинуть всю эту государственную махину, с учетом того, что до 2017 года как бы запланирован достаточно большой объем домов для переселения, и каждый любой новый дом, он, конечно, это уникальная история, которая требует особых усилий для того, чтобы и министерство убедить, строительство, и министерство финансов, и в целом, как бы, в этой, ну, прямо скажем, конкурентной истории. На этой неделе внесена корректировка бюджета Красноярского края на текущий год, 2021, и последующий период. На 2021 год, на текущий год, конкретно на переселение вашего дома, запланировано уже 35 миллионов рублей. На следующий год запланировано 118 миллионов рублей. Переселение дома в соответствии с планом бюджета, если будут реализованы все мероприятия, должно состояться в течение 2 лет. Но может там еще какой-то хвостик, я как бы сейчас технически могу там ошибиться, но в бюджете Красноярского края мы эти средства увидели. Здесь, конечно, Министерство финансов пошло на встречу, удалось убедить их в том, что это действительно критичная ситуация. И хотя там вроде как по маячкам трещины не увеличиваются, но зачем ждать каких-то проблем, когда можно все-таки это сделать, и есть определенное понимание, что это надо делать со всех сторон.